Всем привет, друзья! Сегодня мы будем делать глинчи. Для этого нам нужны разные деталики. Двухсторонний клей и обычный клей. Можно использовать любой. И вот такой вот клей. Для начала берем головку. Берем оглашки. С первой сзади мы намазываем клеем. Вы можете попросить у мамы, чтобы она вылезала деталики. Так, первый глазик готов. Теперь лепим второй. Так, сейчас будут готовы глазки. Вот. Теперь берем носик. И намазываем клей и наклеиваем. Так, берем бровки. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be Теперь пришло время для маркера. Old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and auld lang syne? For auld lang syne, my dear, for auld lang syne, we'll take a cup of kindness yet for auld lang syne. Sure. Теперь приклеим к полосочке. И скотчем продлеваем полосочки. И с другой стороны. Теперь приклеим новогоднюю шапочку скотчем. Приклеиваем. А теперь берем пух и приклеиваем так, чтобы оно соприкасалось лицо глинича. Соединять эти полосочки мы будем с клепкой. Какой добрый глинч получился! Я вас всех люблю! С наступающим Новым годом! Подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока! Should old acquaintance be forgot and never brought to mind?